В июне 2016 года три организации областного центра Брещины, объединение профсоюзов и ветеранов, а также союз молодежи решили консолидировать свои усилия и подписали соглашение о сотрудничестве, а также утвердили план совместной деятельности. Документы охватывают пятилетний интервал. Они призваны скоординировать работу структуры, повысить ее эффективность. Сегодня можно смело говорить, по многим из намеченных направлений деятельность ведется плодотворная. Мы добились определенных успехов в нашей совместной деятельности, прежде всего, когда речь идет об избирательных кампаниях. Тогда, вот в этот период избирательных кампаний, у нас наиболее ощутимо чувствуется наше взаимодействие и координация наших действий. Мы чувствуем, что у нас все нормально получается, когда мы готовимся к знаменательным датам, к событиям героическим в истории нашего народа. Ну, в общем, все, что отмечается в нашем городе, вот, в плане подготовки и участия и проведения, у нас здесь есть уже нормальные результаты, есть, опять же, взаимодействие и консолидация усилий. Мы идем по направлению это защиты пожилых людей, социальной защиты. Совместные мероприятия культурно-массовые мы проводим вместе. Значит, мы вот развиваем наставничество. Вот. Основные такие вопросы – это защита пожилых людей и молодежи. В ходе мероприятия разговор шел не только о том, что сделать удалось, обсуждались и новые, и еще пока не реализованные позиции. Участники отмечают, на будущее планов и задач немало. Наверное, мы будем сместим наши акценты на такие вопросы, как увековечение памяти героев Советского Союза, героев социалистического труда, которые судьбой связаны с Брестом. Более основательно будем относиться к контролю за состоянием захоронений, памятников, обелисков, могил. И вместе будем смотреть состояние и организовывать субботники по уборке. Мероприятие, подобное состоявшемуся, то есть в расширенном формате, с подведением промежуточных итогов, согласно документам, проводится с интервалом раз в полгода-год. Рабочие встречи имеют большую периодичность и чаще всего предшествуют датам, важным для города, области и страны.